Всем привет! Сегодня хотел бы кратко поделиться соображениями по поводу правильной бинтовки рук для занятий боксом или любым другим мордобоем. Я замечал, что многие парни, когда бинтуют руки, относятся к этому вопросу как-то, ну, излишне формально. То есть, ну, отсутствует технологическая составляющая. То есть, есть понимание, что надо просто набинтовать, ну, намотать побольше бинта. Как? Уже второй вопрос. То есть, может быть, они считают, что оно будет или смягчать удар, или еще как-то. Ну, не знаю. Я сам недавно, в принципе, только начал бинтовать руки. Ну, относительно недавно, год-два. До этого я так по чуть-чуть занимался, руки не бинтовал. Ну, такое дело. Поэтому у меня опыт самого относительно небольшой, но уже какие-то наблюдения успел накопить. То есть, короче, что я хотел бы сказать. Я считаю, что самое важное закрепить. Ну, я сейчас бинтовать руку не буду, потому что я держу телефон, на который снимаю. Я буду просто стараться описывать это все дело словами. Я считаю, что самое важное при бинтовке укрепить кистевой сустав. То есть, чтобы кисть сама, да, не выбивалась. Потом, ну, большой палец, понятное дело, вокруг большого пальца обматываю один раз. И вокруг каждой костяшки сделать такую петельку, да, и чтобы оно стягивало наружу. То есть не надо наматывать бинт вокруг ударной поверхности. Ну, мне так кажется, по моим ощущениям, это только мешает. Потому что когда сжимаешь кулак, если есть бинт, основная масса наружу, ну, наружу кисти находится, то оно как бы оказывает такое цементирующее воздействие. То есть кулак становится прочно сжатым. А если часть... Ну, если наматывать вокруг ударной поверхности, вокруг костяшек, да, то оно как бы с одной стороны где-то оно расслабляет, где-то натягивает. Короче, такого эффекта не наблюдается, который должен был бы быть. То есть вот это такие мои соображения. То есть еще раз, краткое резюме. Я считаю, что, ну, моя технология такая, мои предпочтения, что надо хотя бы, ну, один раз вокруг каждой костяшки, один-два раза вокруг каждой костяшки и наружу, и не наматывать вокруг всех этих костяшек, ну, вокруг кисти. Лучше этот бинт укрепить на запястье. Вот такие соображения.